Население Ленинского городского округа с каждым годом увеличивается, особенно в новых микрорайонах. В круглосуточном травматологическом пункте, который открылся в Бутовской поликлинике, созданы все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи. Жителей у нас сейчас много, больше 167 тысяч. И как бы было принято решение вот организовать на базе амбулатории Бутово парк именно круглосуточный травматологический пункт. Здесь имеется тяжелое оборудование, рентген оборудование, которое позволяет, естественно, делать снимки и оказывать квалифицированную вот эту медицинскую помощь. Стоит отметить, что экстренную травматологическую помощь жителям муниципалитета всегда оказывали на базе приемного покоя Видновской районной клинической больницы. Сейчас стационар перепрофилирован под лечение COVID-19. И до недавнего времени пациентов с травмами приходилось отправлять в Подольскую или Домодедовскую больницы. Это очень важно, когда есть где экстренно, квалифицированно, быстро. Мы видим, что и очереди нет. В этой поликлинике организовано все для того, чтобы ее и не было очереди. Есть электронная запись, которая четко отслеживается, выполняется. Я думаю, что и предупредим все проблемы с травмами и излечим. Я думаю, что меньше будет у нас тяжелых случаев. Пусть все будет хорошо, пусть все будут здоровы. Кабинеты нового отделения оснащены необходимым оборудованием. Аптечка неотложной медицинской помощи, даже дефибрилляторы, если современные, новые, чтобы если вдруг какая-то будет нужна экстренная неотложная медицинская помощь. Специальный, значит, ультралайт для инструментов, хранения инструментов стерильных. Возглавил отделение опытный травматолог, кандидат медицинских наук Рустам Эфендиев. Под его руководством трудится высококвалифицированная команда из 12 человек, включая рентген-лаборантов, которые будут круглосуточно дежурить и оказывать экстренную помощь. Сама структура травматологического пункта настолько удобная, что мы можем, вот и гипсовый рядом, рентген, все, в системе МИАС налажено. Осмотр снимков, что ускоряет время самого проведения больного по травмпункту. В день открытия пункт принимал уже первых пациентов. Видновчанин Илья Полосин привез сына с травмой руки. Привезли ребенка, нас направили сейчас в поликлинику. Из поликлиники вот сейчас туда позвонили, он сломал руку там. Ну, не знаю, может, не сломал, конечно. Врач только скажет. Вот, и вот сюда приехали. Вот оказалось, к открытию приехали. Вот. Ну так я, когда провожал, поглядел, там такое современное оборудование достаточно стоит, рентгеновское. Ну, новенькое, очень красиво. Очень доволен, что вот как бы появилось наконец. Да. Надо отдать должное нашему руководству медицинскому нашего округа, насколько они смогли быстро организовать и подготовить вот такое вот современное, прекрасное, оснащенное оборудованием помещение и круглосуточный доступ к нему. В отделение предусмотрен отдельный вход, оборудованный пандусом для маломобильных граждан. Организованы подъездные пути для беспрепятственного подъезда автомобилей скорой помощи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.